Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам предлагаю нарисовать весеннюю веточку. Это может быть веточка яблони или веточка вишни, сакуры. И для этого мы сначала сделаем фон. Возьмем самую большую кисточку, которая у вас есть. Смочим в воде. Возьмем белую краску. И большими пятнышками поместим нашу белую красочку по всему листу. Теперь возьмем синюю красочку и также пятнышками по всему листу поставим синей краской. Они могут заходить друг на друга. Вот такие яркие, красивые, большие пятна. Теперь смочили кисточку в воде и горизонтальными движениями в одну сторону, в другую, плотно прижимая к листу, проводим. Не мажем на одном месте, а аккуратно, плавно проводим в одну сторону, в другую. Добавляем водички, если у вас пятнышки немного подсохли. И ведем до самого низа, не оставляя пробелов. Спустились до самого низа. Если вам сложно, пусть вам поможет мама или папа. Возможно, вы рисуете с бабушкой. Я думаю, они с удовольствием смогут вам помочь. Все, листик наш закрыт. Теперь берем кисточку потоньше. Это может быть троечка или четверка. Смочили в воде. Взяли коричневую краску. И аккуратно размяли. Добавили водички. Гуашь должна быть как сметанка. Не слишком жидкая, но и не слишком густая. Поставили к краю листа кисточку. И вверх аккуратно-аккуратно повели. Остановились. Теперь у основания веточку делаем чуть шире. А к концу оставляем узенькую. От широкой веточки ведем веточки потоньше. Один, два, три. Теперь от этих веточек сделаем еще тоненькие. Один, два, один, два, один, два. Можно добавить еще тоненькую веточку снизу, чтобы было попышнее. Все, сполоснули. Споласкивайте кисточку хорошо, чтобы на ней не осталось коричневой краски. Теперь берем белую краску. Также хорошо разминаем в палитре. И будем рисовать цветочки. Для этого мы прикладываем 1, 2, 3, 4, 5.
5 лепесточков. 1, 2, 3, 4, 5. Кисточку поворачиваем так, как вам удобно. 1, 2, 3, 4, 5. И так по всей веточке располагаем цветочки. Чтобы вся-вся веточка была в белых, красивых, нежных цветах. Если у вас кисточка тоньше, цветочки получатся немного мельче. Будут маленькие, аккуратные. Когда цветочков окажется достаточное количество, мы в белую краску добавим на самом кончике чуть-чуть малинового. И получится светло-розовый, холодный оттенок. И в серединку каждого цветочка добавим немного розового. Ставьте капельку прямо в самый центр. Полоснули и набрали зеленые краски. Размяли в палитре, чтобы вся-вся кисточка была в этой краске. И поставим немножко листочков, которые только-только начинают расти. Ставим там, где вам нравится. Все, на этом наша весенняя веточка закончена. Я думаю, что у вас у всех получились очень красивые веточки. Желаю вам творческих успехов. До свидания.